Ну, это действительно абсурдно и нелепо, что десятки тысяч россиян должны стоять в очереди в консульство, платить какие-то деньги, да, добывать эту визу, чтобы потом просто добраться до Испании и полежать на пляже, правильно? Это, в общем, действительно нонсенс. Но понятно, что здесь требуется решение всего Европейского Союза, а не одной Испании. И я думаю, что это все меняется, и в скором будущем визы исчезнут. Причем для всех, и для нас тоже, потому что нам тоже требуется виза, чтобы приехать в Россию. Но ведь Россия такая страна, как и все остальные, не имеет смысла просто, да? Никакого смысла нет. Но это все равно то, что препятствует солнцу взойти, да, а потом луне взойти. Это же реальные какие-то вещи, совершенно естественно. Я буду счастлив, я совершенно не возражаю, если российские граждане совершат нашествие в нашу страну, в наши страны с культурой, с литературой, с их образом жизни. Я совершенно не против этого. И, кстати, было бы очень полезно многим европейцам, которые еще живут понятиями холодной войны, им приехать бы в Россию, узнать россиян, увидеть Россию и посмотреть, как вы здесь живете. И они откроют для себя, эти европейцы, что в России никто не ест младенцев, так сказать, в сыром виде, да? А действительно, президент Путин именно так охарактеризовал мой доклад. По-моему, он публично об этом заявил на последнем акте на нашей встрече, но мне также лично об этом сказал. И у меня была возможность с ним беседовать и обмениваться мнениями не только в этот раз, но и в другие какие-то моменты. Конечно, я не могу сказать, что мы наши точки зрения всегда совпадали, но мы говорили очень откровенно, очень искренне. По некоторым темам очень важным мы нашли точки соприкосновения очень. И действительно, в России очень многое изменилось. Но работа комиссара именно в этом состоит. Помогать в изменении вещей каких-то. При том, что человек, который принимает решение, не должен ощущать, что кто-то нанес ему поражение, или что он проигравший, да, или побежденный. Это совсем не так. Потом мы после этого уже не виделись. Хотя нет. Мы в Сочи еще один раз виделись, когда я с председателем правительства Сапатеро вместе приезжал, это было подписание документа о создании Совета Испания-Россия. Ну, я, собственно, никто, чтобы кого-то как-то характеризовать и квалифицировать. Но я думаю, что ему не помешало бы немножко с большим доверием относиться к собственной стране. Я думаю, нет необходимости принимать законы по поиску иностранных агентов в некоммерческих организациях, в НКО, значит, в связи с тем, что они иностранные деньги получают. При всем уважении, мне кажется, это все-таки ошибка. Главное, я думаю, это не происхождение денег всегда, если это соблюдается транспарентно. Главное, как используются эти деньги. Потому что деньги, которые школа получает из-за границы, эти деньги идут на то, чтобы улучшить Россию. А это, я уверен совершенно, президент Путин это понимает. То есть школа не может быть каким-то агентом международного шпионажа, да? И я обсуждаю с моими российскими друзьями точно так же, как я с президентом обсуждал, когда он любезно меня принимал. Не надо призраков каких-то искать, чтобы потом их преследовать. Это призраки. Я считаю, например, что это ошибка. И я уверен, что президент Путин это поймет, и он это изменит. Потому что для имиджа России это совершенно не полезно. То есть опять возникает вот этот топик, что где-то есть антироссийские силы. Мы же все совместно боролись с тем, чтобы топики вот этой холодной войны все-таки ушли в прошлое. Да. Вот вы спрашивали, какие ошибки, я думаю, что вот это ошибки. Но умные, разумные люди все-таки, понимая ошибку, должны признать ее и изменить. А я вас уверяю, что президент Путин очень умный человек.